едет Хадейкин. Пятую скорость включил, можно забивать. Вот вам, пожалуйста, гол в меньшинстве. Ну что сделал Хадейкин? Из-под двоих вышел, бросил в лицевой борт. Ну какая красота. Если Александр так еще и задумывал, ну это, извините меня, такой мастер-класс, которому остается только рукоплескать. Итак, Сергеев. С передачи Хадейкина. Руки опускаются и дефицит идей. Шевченко уже на льду. А это может быть выход один на один. Гимата подобрал шайбу. Не переиграл эти Паскуали. Момент с Гиматовым. Даррен Диц. Корбан Найт. Михайлис. Гол! Ничего себе! Как же так Ветцело пропустил? Неужели там отправление было? Звено Бурмистрова было на площадке. Неужели вот попал вот в эту маленькую всего лишь щелочку, которая оставалась для Михайлиса? Может быть, все-таки шайба задела защитника и взлетела, и немножко поменяла траекторию. Но Михайлис красавец. Такой вот расклад у нас, меньше минуты. Остается Хадейкин. Успел поднять шайбу. Попал в грудь Паскуали. Бросал в направлении дальней девятки. Да, и здесь хорошо так Паскуали чуть-чуть передвинулся. Бросок. В Мецелу прямо попадает, по-моему, Никита Михайлис. Еще один перевод. Кёртис Волк. Гол! 2-1. Бурмистров на площадке, Майоров. Ну, а здесь Кёртис Волк успел бросить дальний угол низом и сумел забросить важную шайбу. Орехова. Размяли Эдди Паскуали. Ждал передачу на пятачке игрок Салават Юлаев. Это был Партиканин. Колидов успевает шайбу на пятак вывести на Манинина. И здесь небольшая заварушка от Октома. Еще раз смотрим, как Колидов уехал от Светберга. Вот передача. Манинин все-таки протолкнул шайбу в сторону Паскуали. Пакаринин его держал. Звучит сирен. И побеждает команда из Нур-Султана, одерживая седьмую победу в последних 8 матчах. И самое главное, что Барыс догоняет по набранным очкам по авангарду.